Мы с вами по 30 рублей в месяц. По 40. Нет, по 30. У меня так записано. Я всегда платил гувернанткам по 30. Ну-с, прожили вы 2 месяца. Два месяца и 5 дней. Ровно 2 месяца. У меня так записано. Следует вам, значит, 60 рублей. Вычесть 9 воскресений. Вы ведь не занимались в школе по воскресеньям, а гуляли только. Да, 3 праздника. 3 праздника. Далось, следовательно, 12 рублей. А 4 дня Коля был болен и не было занятий. Вы занимались одной только Варей. 3 дня у вас болели зубы. И моя жена позволила вам не заниматься после обеда. 12. И 7, 19. Вычесть. Останется 41 рубль. Верно? А под Новый год вы разбили чайную чашку с блюдечком. Долой 2 рубля. Чашка стоит дороже. Она фамильная. Ну, бог с вами. Где наша не пропадала? Потом, по вашему недосмотру, Коля полез на дерево и порвал себе сюртучок. Долой еще 10. Потом тоже, по вашему недосмотру, горничная украла у Вари ботинки. Вы должны за всем смотреть. Вы жалование получаете. И так, значит, долой еще 5. А под Новый год вы взяли у меня 10 рублей. Я не брала. Но у меня записка. Ну, пусть. Хорошо. Из 41 вычесть 27, останется 14. Я раз только брала у вашей супруги 3 рубля, больше не брала. Да? Ишь ведь, а у меня не записано, долой из 14 3, останется 11. Вот вам ваши деньги, милейшие. 3, 3, 3, 1 и 1. Получите-с. Мерси. Да за что же мерси? За деньги. Ведь я же вас обобрал! Черт возьми, ограбил! Ведь я украл у вас! За что же, мерси? В других местах мне вовсе не давали. Не давали? И не мудрено. Я пошутил над вами. Жестокий урок вам дал. Да я верну все ваши 80. Вот они. В конверте. Для вас приготовлены. Разве можно быть такой кислятиной? А чего вы не протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размазнёй?
вслед и подумал: да, легко на этом свете быть сильным.